Компания YourChina представляет вам Нанкинский университет информационных наук и технологий. Нанкинский университет информационных наук и технологий основан в 1960 году. Является одним из ключевых национальных университетов, который расположен в городе Нанкин. Нанкин – это бывшая столица Китая, порт в низовьях реки Янцзы, столица провинции Цзянсу. Расположен в восточной части страны в 260 километрах к северо-западу от Шанхая. Крупный промышленный и культурный центр. Население города свыше 8 миллионов человек. В Нанкинском университете обучается более 30 тысяч студентов и работают 1500 преподавателей, 45% из которых являются иностранными и 75% имеют докторскую степень. Нанкинский университет информационных наук и технологий предоставляет широкий спектр возможностей в образовании, включая программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры, включая отделение для постдокторского обучения. Это наша аудитория, место, где ежедневно проводятся занятия. Профессор Вонг проводит сейчас лекцию. Талантливые профессора с богатым преподавательским опытом и лидерскими качествами ответственны за развитие иностранных студентов-лидеров благодаря высокому уровню образовательного процесса. Нанкинский университет информационных наук и технологий опирается на три главных принципа. Начни с лучшего, требуй лучшего, предоставляй лучшее. Ресурсы и возможности для наших студентов. Качество – это наша культура. Качество обучения – это наша мотивация. Нанкинский университет информационных наук и технологий – это показательная программа для взращивания студенческих талантов в сфере метеорологических наук с непревзойденными знаниями и навыками в этом направлении. Мы отличаемся выдающимся уровнем профессиональной подготовки и прославленной конкурентоспособностью на мировом рынке. Нанкинский университет предоставляет студентам гибкие условия обучения на английском или китайском языке, как во время обучения на бакалавриате, магистратуре и докторантуре. Студентам необходимо лучшее, чтобы стать лучшими в выбранном направлении обучения. Нанкинский университет информационных наук и технологий прилагает все усилия для оснащения университета широким спектром усовершенствованной образовательной инфраструктуры для иностранных и местных студентов. В настоящее время имеется 50 лабораторий на территории университета для обучения стажировок и исследовательских проектов. Иностранным студентам предоставляются такие развлекательные программы, как турнир по футболу, турнир по баскетболу и по бадминтону, также китайские культурные виды деятельности, кунг-фу, чайное искусство, оригами, дизайн вещей и аксессуаров, танцы и, конечно же, богатая научная студенческая жизнь. Иностранные студенты посещают Нанкинский парк юношеской олимпиады, также и многие другие исторические и научные места. Добрый день! Меня зовут Валерия и моя подруга Надя. Мы приехали из России. В этом университете мы изучаем иностранную экономику и торговлю. Простота доступа. У главного входа в университет располагается новая станция метро, соединяющая с Нанкинским аэропортом, станцией высокоскоростных поездов и центральной частью города единой сетью. У нас имеется собственный большой спортивный стадион и спортивные площадки для развлечений и упражнений. Нанкинский университет информационных наук и технологий предоставляет полностью кондиционируемые и отапливаемые комнаты для наших иностранных студентов с несколькими столовыми, где студенты с различными культурными особенностями и привычками питания могут найти возможность отведать вкусную еду в дружелюбной атмосфере. Супермаркеты, почты, химчистки, офисы мобильных операторов и другие пункты сервиса, которые находятся в нескольких минутах от университета или на территории кампуса. В 2008 году
был основан Департамент по работе с иностранными студентами Нанкинского университета информационных наук и технологий. Он несет ответственность за прием, обучение, управление и обслуживание студентов. К настоящему времени колледжем было обучено более 3000 иностранных студентов из 100 стран мира. Привет, меня зовут Каи Янжу, я из Индонезии. Я в Нанкине уже 4 года. Однозначно буду скучать по Нанкинскому университету после окончания. Очень много студентов и преподавателей, которые мне помогали на протяжении всего моего пребывания. Нанкин – очаровательное место для проживания иностранцев. Еда изумительная, школа довольно здорово отличается. Университет действительно очень хорош. Люди, окружающие меня и нас, такие же замечательные. Здесь очень много возможностей, много чем можно себя занять. К примеру, вы можете заняться спортом. Добро пожаловать в Китай. По приезду мне здесь очень все нравится. Здесь все отлично. И природа, и сам университет, общежитие, и люди. Благодарю компанию New York China. Привет, ребята. Меня зовут Айбота. Я из Казахстана. Я являюсь иностранным студентом Нанкинского университета, и я учусь в Китае. Я здесь счастлива. Арине, из Утан, Казахстан, Сагындым. И всем хочу сказать добро пожаловать. Welcome to Nanjing, welcome to China, welcome to New East. Я люблю футбол, я люблю плавание. Мне нравится политика, и я очень люблю Китай. Он такой красивый. Мне понравилось все, что я видел. Я так люблю Нанкин. У меня здесь много друзей. Пейзаж Нанкина очень красивый. Я полюбила озеро Сюанью. Я люблю Китай. Я люблю Китай. Благодаря нашей компании 1738 студентов со всего Казахстана поступили на грант. 3, 2, 1...